Oil Fiction. Первый аромат Luxury Collection от Juliette Hezegan. Коллекция, которая построена вокруг самых драгоценных, густых и насыщенных натуральных компонентов. Изначально эта коллекция началась в 2013 году со смелого олфактивного эксперимента, который проводил Роман Ричи в своей лаборатории. И выйдя из этой лаборатории, весь пропитанный новым ароматом, который он даже не думал выпускать и который он даже не думал продавать, он снискал столь восхищенные отклики, что все-таки рискнул. И впервые эта композиция была выпущена в очень небольшом количестве, всего лишь 999 флаконов, которым было достаточно буквально 2 месяца, чтобы их смели с полок. Oil Fiction – это фантастическая эссенция. Это настоящий королевский эликсир из красного золота, в котором шафран, подобно этому драгоценному металлу, посыпает белоснежные листья туберозы. Глубокий, богатый и роскошный. Пылкий и словно залитый лучами заката. Если можно представить себе ярко-красное закатное солнце, если можно представить себе, какой будет у этого солнца аромат, если можно представить себе вечернюю прогулку двух возлюбленных на фоне этого заката, то получится фантастическая эссенция Oil Fiction. Аромат солнечный, чистый, соблазнительный, практически ощущающийся, как обладающий физическим объемом и безумной стойкостью. Это начало самой роскошной истории Juliette Hezegan.